Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Вот сегодня публикуют заявление бывшего стилиста Пугачевой Джорджа Роулса. Правда, сейчас в комментариях мне какая-то женщина написала, говорит, вранье, он не знает никого Джорджа Роулса. Но есть его фото вот в статье, и везде растиражировано по всем центральным изданиям. И, кстати говоря, он уже высказывался ранее, и подтверждались его слова. Джордж Роулс, я так понимаю, что русского происхождения человек. Просто он взял себе такое имя. Не знаю, где он проживает, по-моему, в Америке. Но он сказал, что смс-ками общается с Пугачевой. И она заявила о том, что на вопрос его, когда она собирается вернуться, что всему свое время. То есть вопрос возвращения, видимо, все-таки стоит. И, наверное, они соберутся приезжать, не знаю. Но интересен тот факт, что он уже додумывая, так скажем, за нее, сказал, что... значит, ей интересны выступления, поэтому она ходит на выступления других коллег. И вот про стринги как раз он сказал, что она как Мадонна еще даст всем недоброжелателям, так сказать. Ну и она сказала в разговоре как-то, видимо, там вот с ним, и вот интерпретируя разговор, говорит, что она приедет еще и даст по морде всем недоброжелателям. Даст всем недоброжелателям по морде, так он выразился, имея в виду, что, наверное, она еще вернется, и вернется не просто тихонько, а вернется еще гигей как. Но вот сегодня отменили первый концерт в Европе, в Эстонии, в Таллине, внесенного в перечень физлиц, исполняющих функции иностранного агента, на территории Рейсфера с министром РФ Галкина. Потихоньку начинают понимать люди, и резину использованную начинает выбрасывать. Но еще раз скажу, время придет, они соберутся возвращаться. Вопрос в том, как тут будут принимать. И она вернется и даст по морде всем недоброжелателям. Это значит, определенно есть помпа, определенное такое отношение. Этот человек передает ее. Да? Ну вот интересно, как все-таки будет происходить. Но увидя, как на Талызину набросились, которая сказала отчество Пугачева, как она говорит, настоящая Баруховна, как Ширвин с цепи сорвался, Садальский и так далее. Я могу сказать, что значит, мохнатая лапа Пугачевщина очень тут засела глубоко. Поэтому не исключаю, что они вернутся и вернутся очень спокойно. Что, конечно, само по себе дикость просто. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Она уже приезжала один раз порядок наводить. После этого быстро уехала. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24/7. Внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Запрещенный Грамм. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.